Привет, друзья! Я Сергей Бадюк, и сегодня мы будем с вами говорить о макеваре. Очень много вопросов, сотни вопросов на моем форуме касается именно работы на этом снаряде, и я хотел бы с вами поделиться своим мнением о новом курсе, который сделал мой товарищ Миша Шилов. Курс называется «Стартинг макевара». Это видеокурс, в котором разбираются все нюансы для тех, кто только начинает работать на этом замечательном снаряде. Я, в принципе, считал, что я знаю про макевару все, ну или практически все, но, посмотрев этот курс, понял, что много полезного остается все равно за бортом. Поэтому очень вам рекомендую его приобрести и тренироваться по нему. Он очень компактный, очень удобный в восприятии. Очень рекомендую его внимательно просмотреть перед тем, как заняться работой на макеваре, чтобы избежать травм. Потому что, к сожалению, очень много ребят, которые уже потом, постфактум, начинает как-то включать голову, когда руки искалечены. А руки надо беречь, чтобы они были, вот как у меня, видите, мягкие, хорошие. Но в нужный момент они должны быть жесткие, ну, настолько, насколько это возможно. Поэтому курс отличный. Кстати, еще один замечательный курс. У него есть нюансы работы на макеваре. Он мне понравился еще больше, потому что там есть, как в любом деле, все рулят нюансы. Поэтому рекомендую вам его тоже, этот курс, посмотреть. Очень качественный, и, как сказал Миша, сейчас он планирует целую серию делать, разбивать даже для мастеров, там мастер, макевары и прочее. И с уверенностью вам скажу, что в мире аналогов нет. Я не видел. Я путешествую много где по миру, я общаюсь с многими великими мастерами. Кстати, похвастаюсь вам, мне удалось буквально пару дней назад при встрече с Морио Хигаоной, с моим сенсеем, подарить ему нашу макевару МБШ. МБШ 2, которая вот, уже доведенная до ума. Он очень такой осторожный человек, он все посмотрел, он долго вертел в руках, он спрашивал, что, зачем, почему, как она крепится. Потом дал поручение своему сэмпаю, он ее забрал, значит, и сказал, что закрепит ее в зале на Окинаве, в том знаменитом зале, где я снимал многие свои фильмы. В следующем году я планирую ехать на Окинаву и привезу туда еще и камертон, и закрепли его сам. Ему макевара понравилась, ему понравилась сама идея, что ее можно транспортировать, и качество исполнения он прям так похвалил, причем это была не дежурная похвала, потому что я, в принципе, давно с ним общаюсь и знаю, как он реагирует на разные вещи. Все, что связано с карате, он очень так анализирует, смотрит. В этот раз забрал у меня Явару, потому что ему понравилось, как я работал с Яварой, там посмотрел, мячик ему подарил для пальцев. И он со всем этим тренируется. Дома я у него видел даже вот Captain of Crush, эспандеры. Он даже ими тренируется, тренировочное видел у него, он работает с ним. То есть ему 76 лет, в фантастической форме. Мне было очень приятно, что он оценил вот так вот как-то наш труд. Так что вот так вот, друзья, занимайтесь на макеваре, будьте сильными. Спасибо.